Уважаемые дамы и господа, сейчас мы присутствуем на подписании соглашения о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и обществом с ограниченной ответственностью АФГ «Националь» Нижний Новгород. Инвестор планирует осуществить деятельность по выращиванию картофеля и овощей в открытом грунте, а также строительство овощехранилищ на территории Нижегородской области. Планируемый объем инвестиций в проект составит не менее 7 миллиардов рублей. От лица правительства Нижегородской области соглашение подписывает губернатор Нижегородской области, председатель правительства Валерий Павлинович Шанцев. От лица общества с ограниченной ответственностью АФГ «Националь» Нижний Новгород соглашение подписывает председатель совета директоров Дмитрий Александрович Аржанов. Подождите, пожалуйста, сейчас несколько слов, я дам вам микрофон, чтобы все слышали. Хорошо? Уважаемые дамы и господа, участники этого подписания, мы подписали сегодня соглашение о развитии у нас производства картофеля и овощей в открытом грунте. Очень хороший проект, большой капиталоемкость, около 7 миллиардов рублей, и перспективы развития этой отрасли, они для нас крайне важны, потому что последние годы мы очень многое сделали в области для развития агропромышленного комплекса, для того, чтобы увеличить наши возможности в связи в том числе и с тем, что все больше и больше продуктов питания, их переработки сельскохозяйственной продукции мы должны обеспечить внутри нашего региона и полностью выполнить закон о продовольственной безопасности. Поэтому планы грандиозные, около 200 тысяч тонн этой продукции в год. И самое главное, что это самые последние технологии, что это устойчивое картофелеводство. У нас уже такие примеры есть, но пока это еще масштабы, которые не обеспечивают наших потребностей. И я думаю, что вот это соглашение, реализация этого проекта, безусловно, будет способствовать выполнению задачи полного обеспечения этой продукции в течение года по тем нормам, которые у нас предусмотрены. Плюс еще мы станем и экспортерами этой продукции в другие регионы, а может быть даже и в другие страны. Поэтому добрый путь, как у нас говорят. Дмитрий Александрович, да. Я хотел бы поблагодарить Валерия Павлиновича. Наша компания ФГ «Националь» в основном работала на юге. Мы занимались выращиванием риса, сои и прочих сельскохозяйственных культур. И когда такая ситуация возникла в стране, история с санкциями, с импортозамещением, когда мы определяли для себя новую нишу, что мы хотим пойти в рынок овощей открытого грунта, мы в первую очередь, конечно, обратили внимание на Нижний Новгород и Нижегородскую область. Мы смотрели те программы, которые существуют в регионе, инвестиционную привлекательность региона, то, что администрация области делает для сельхозпроизводителей, ну и просто для промышленности, для бизнеса. Учитывая, что я сам нижегородец, мы определились, что мы начинаем работать в Нижнем Новгороде. В этом году мы поздно начали, но все равно примерно 20 тысяч тонн картофеля мы вырастили. Мы построили на это овощехранилище. То есть полностью технология вся соблюдена. Урожайность, если брать среднюю, у нас около 50 тонн, 500 центнеров с гектара. То есть с моей точки зрения это примерно в 3 раза выше средней урожайности по области. И у нас амбициозная задача, Валерий Павлинович, мы хотим практически удвоить производство овощей Нижегородской области своей компанией. То есть я считаю, что в течение 3 лет мы на плановые показатели выйдем. Ну и если будем хорошо развиваться, то может быть даже сделаем шаг еще вперед. Там не 200 тысяч тонн, Спасибо за поддержку. Будем развиваться. Ну что ж, добрый путь. А нашим зрителям я хочу сказать, что это отнюдь не последнее соглашение, которое мы подписываем здесь. Здесь в куполе будет подписано множество других соглашений. Приходите, смотрите и узнавайте, как развивается регион. Спасибо.